Друзья, всем привет! Хочу вам показать, как я черенкую розмарин. Вот я взял 4 стебелька от розмарина, поместил его в воду, и вот буквально за 3-4 недели они у меня дали корни. И сейчас я их буду уже сажать в грунт. То есть черенковать можно, не обязательно сажать сразу в грунт, а можно дать прорасти корням в воде, и потом уже можно будет пересаживать в грунт. Ну вот, друзья, отличная корневая проросла у розмаринчика. И все. И теперь сажаю я это все в грунт. Прям возьму все 4 стебелечка и посажу их в горшочек. И будет он у меня расти дома, так как сейчас осень, октябрь месяц. Поэтому буду выращивать розмарин на подоконнике. Все. Потом я вам покажу, как он прижился и как он растет.